Ой, блядь. Ой, сейчас бы на остров, только не с новичком, сука, пожалуйста. Мы сел на один фланг. Где китайские танки, нахуй? Чё за хуйня? Чё за дай опустная Россия? Новички, нахуй, новички, короче, Бэби Смок и Никора берут бригаду Бундесвера, немцы. Дебил, мы играем за... Стручки! Стручки, бейте! Стручки за вас все решили! Все равно берите немцев. Стручки за вас все решили уже. Морпехов берите. Окей. Берите реально морпехов, не прогадайте. Да, я беру немцев все. Да. Я на машине. Ой, блин, я на острове. Я на острове, Женька. Ты чего берешь? Я на морпехах, я давай, только я на морпехах. Давай, я мотострелков возьму. Вчера попробовал мотострелков, я понял, что... Я возьму мотострелков. Василий, сейчас без задания. Не знаю, откуда ты достанешь Искандер, но мне нужен Искандер на 12 минут. Я пролево иду. Какую брать, мотострелков? А, Санчес, вы на... Бундесвер, Бундесвер тебе. Я в край иду, я в край иду. Мотострелков, бери мотострелков или морпехов, там без разницы. Парватор, вы с Санчесом. Я по... Я вас куда мне? Ты бы пехоту берем и вперед, пехоту берем и вперед, просто вперед. Я надеюсь, ты на морпехах? Все, я услышал, да. Город, да. Центр, не город. Бля, пизда, мы охуеем, блядь. Давно, кстати, такого количества новичков одновременно не было. Ой, блядь, а я слева с новичком, да? Блядь. Вы не забудьте воткнуть со своей стороны пару человек в этот. А то диверы будут. У них арта? Ну, я так думаю, да. Сел. Гусь, у них арта? Я, честно говоря, хотел, чтобы вы сел эту игру. Вот это будет гусь. Мне торговаться. Так. Так, надо написать. Меняю Д-80 ПВМ на Леопард 2.6. Бля, у нас сейчас трансферы будут происходить. Жду задания. Цел Авито устроил, нахуй. Что за хуйня? Жду задание. Это невообразимо грустно пропускать такую игру. Кто же знал-то? Да, а ты не пришел? Какого хуя? Жду задание. Ну, вот я так. Думал, ты желтить будешь с нами вместе в компании. Ну я желтить буду тут это, я... Жду задание. Ладно, я центр поддержки. Со стрима, ну хотя бы, ладно, сойдет. Здесь надо тебе, слышишь? Понял? Да, жду задание. Да. Блин, Филиппин, воду кинь, мужика. Мужика в воду кинь, вот скажи, мужик. Сейчас кину. Беспилотник где-то летит тут. Так, что тут это? У меня Сталин, блядь. Ой, сука, меня сейчас давить будут. Вон и дивер. Да, блин, какого хрена он матает? Вперед пехоты, берите. Персонально! Ура! 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 Жду задания. Почему только... Меня пулеметчик расщепил на атомы за 7 Мечки, метров. Грузовики с пехоты берите. Жду задания. Берем. Я сейчас этот ламби-дельты... Бля, сука, хуйня. Хорвата, есть чем остановить его? У меня там гранатометчика нет, но есть шмидлист. Сейчас доработаем. Берем его, да. Доработаем. А, новичок, помогите, пожалуйста. Я не могу ничем помочь, блядь, не смогу. Жду задания. Занимаем здание. Новичок, ты задал? О, какие умные, ребят. Сразу сами выстрелили. Да, вообще. Вожу гранат. Жду задания. У меня гранатомет нахуй закончился. Так, БМПшка скоро будет доступна. Так, я не знаю, фарватер, наверное, я куплю беспилотник. Вот. Я потрачу на него, а ты на что-то другое. Ладно. Так, ну, первый отряд я дельте раскромсал. Вот как со вторым пойдет, честно, не знаю. Блин, у меня пехота тупит. Пехота тупит жестко. Что со мной надо смотреть, дельфин? Да, чего? Я твой голос просто должен запомнить. А какого хрена он так живет, алё?
В него сколько РПГ уже прилетело? Так, подожди, я не буду на него заражен. Первый вкладки на ютубе, слышишь? Жду задания. Взял. Жду задания. О, бардак доступен, отлично. Беру 80-ку с пехотой. Зачем, не знаю, ну ладно, пригодится. А что эти радары типа наземные цели помогают обнаружить? Да. Конечно. Они для этого предназначены. Второй, четвертый, перенести огонь на новую цель. Прикройте меня! Прикройте меня! Да блять, какого? В МП-2 берите через 14 секунд. Получай, сука! Мы machen uns fertig! Блин. Жду за 2, все берите по МП-2. Да возьму сейчас. За микроконтроля это гусь так плохо контролил, оказывается. Ух, тащу. Саня, прикрой, он еще справа есть! Покупайте, пожалуйста. Вытаскивайте меня отсюда! Слушаю, командир. Ну, в принципе, новичок нормально пока что тэфается. Только не строй габионы, это такие мешки с песком. Жду задания. Жду задания. Будет исполнено. У тебя просто потом, ты же к концу игры уже укреплений здесь никаких не будет. Да, хорошо. Сейчас. Жду задания. Слушай, ох, как барбум не хватает на такое количество новичков, да. Чтобы на них горел. Что? Так, я тащу турец. Турец. Скажешь, когда беспилотник впускать? Да, кстати, на стриму, блин. Спасибо за это. Новичок. Я. Вот эти боксеры, короче, на них на БМП-2 не вылазь. Вообще пытайся сокращать дистанцию, потому что они реально стрельбу больше, чем у тебя. Принял. Ой, блин! Но лучше не пушить. Ой, дерьмо, я сбегаю. Новичок, построй, поставь себе здесь метис, чтобы проездов не было. Что поставить? Метис. ТРК. Метис. Хорошо. Да, бля, уже говновозка приехала. Есть у кого-то труба? У меня нет трубы поблизости. Жду задания. Есть, сейчас попробую. Нет, трак сбили. Свети его. Нам бы их сбили. Жду задания. Это ж кокфлип. Блядь, сука, секунды не хватило прицелиться. Какой там недозвон не гранит. Юфин, давайте подойдем на них. Тихо, не мешай. Спасибо. Не мешай! Уже что-то прилетает, тяжелое что-то работает. Пушка что-то тяжелое, легкое. Они нам, у них два блока первых, ё-моё. О, мой радио, привет. Привет, Андрей. Ага. Распределять огонь. Так, я пока на холм не могу залезть. Там злобный мародер катается. Злобный мародер это не такое, как блок первый. Нет, там еще пушка. Там еще. Нет, блок первый катается, вот это хуже. Блин, пусть давай. Надо, чтобы ты с левых флангов сейчас обрабатывал, они будут в атаку идти, тут два британца, короче, слышишь. Да, я понял. Я выкупил струю, но мне долго не было. Че вы спите, ребята, работайте пулеметами, пулеметами. Вот, вот если бы ты. Ой, хорошо ты как залетела. Ой, блять, не убил, да? Да, не убил. Вот он канул. Жду задания. Новичок, бери этот пехоту ССО. Саня, прикрой, он еще справа есть! Я танчик, наверное, подожду. Жду задания. А где ССО? И не подползти к нему еще. Блин, он откатывается, капец, как быстро. Жду задания. Как он далеко, блин. Все, взял. Хорошо, зальшо. Подожди, я попробую с Метиса его поймать. Блин. Падла, сломал дом.
ладно. Оп, метис пошел, все, ему конец. Блядь. Если боксер бог первый ближе подъедет, то тогда его загашу. А этот, не стой так на месте. Уводи отсюда, а то тебе курок достанут. Блять, да че у меня все под землю летит? Не ху... Не курс. Меня продавливают. Слышь, что говорю? Давай, блядь, у меня жопа застряла в нашей ТЖРХ. МТО видит. А, жду задание. Кто играет на центре? Помогите мне, пожалуйста. Который играет. Вот здесь, пожалуйста. Я не дымись. Могу. Не дымись. Ну сейчас, ладно, блин, я не знаю, чем, правда, помочь. Блин, пушка прямо это. Блять, у меня теперь сыграет ебаный этот стимин. Пехоту разводи, не держи так. Разводи по одному, по одному. Хорошо, развожу. Толпой нельзя. Что, до пушки попробуем проехать? Пробуйте, конечно, пробуйте. По одному их раскидывай, так, чтобы у тебя дистанция между пехами была. А пиздец мне везет. Не высовывай сидит. Не, я не доеду. Не дадут мне. Уводи, уводи, уводи бэху, уводи, уводи, я разберу. Нормально, все. Все нормально, свое отрабатывало, нормально все. Все равно танк жду. Блять, АГСник поставил, вот ты говноед. Возьмите свой. Да у меня-то фугасный, у него кумулятивный. Дрон слева, дорогой. Ты очень близко держишь, а не держи так пехоту толпой, где достанут на такой дистанции. Сейчас, сейчас буду разводить. Ну, куда пойдем, сейчас пойдем. Ну, сейчас у меня птер может попадет. Да, попал. Пусть, если что, там у них боксер бог первый. Пока не советовал так близко держать. Ребят, у кого есть пушка, может по боксеру, он тут за этот, за контужен. Можно его кокнуть. Я так жду. Нет, очень. Прикройте меня! Так, пехоту я взял, пехоту мне идет. Я еще корнет возьму. Вот сюда. Так, могу беспилотник, кстати, запустить здесь. У нас есть пушка. Ребят, никто не просил пушку. Пушка стоит не у вас сейчас. У них тоже пушка стоит. О, смотри, Санчес. Стоит на левом берегу, надо тебе притащить только будет. Ну да, ну займешься пушкой, я тут пока этот. Я пока сейвишь. Вот, Мэтт, займешься пушкой, я тебе передал ее. Все. Она твоя теперь. Санчес, мне БПЛА сбить нечем. Сбей, пожалуйста, БПЛА. Забью. Сейчас я слева играть в Тиме и, блять, этот нахуй. Тебя кацали. Слушай, не, нам беспилотник этот по зеркам выбили. Вы стрелу возьмите, он нафига одну эту. У меня 80 очков пока, мисс. Пока не могу. Я понимаю, я вообще говорю, возьмите стрелу. Возьмем. Стрела выгоднее. Блин, блок первый опять приехал. Блять, сейчас своего ебал фугас. Никорс, дымиться умеешь? Какая кнопка горячая? Я не помню, какая там по умолчанию. Короче, без дымов так не подъезжай, потому что тебя иначе будут... Блин, бежит, Санчес, спаси. Бегу. О. Где? Давай. И не веди сразу две БМП и этот, по одной действуй, не надо так действовать. Мне двигатель сломали. Выбит. Давай, я сейчас дымов накидаю. Я сейчас сам буду. Лучше вон налево помоги своим, либо танком, либо БМП. Сейчас дымы будут. Порта. Дану трапику отдали, слышите, Дану на центре отдали. Я сейчас попытаюсь его захватить. Варьер налево. Да, я сейчас засвечу. Саня, прикрой!
Слушай, я тут немножко занял пехотой, чтобы если будет пробегать какой-нибудь тип. Переназначить дабл L нельзя, иначе? Можно, можно. Потом, сейчас ты не успеешь. У них спайки пошли. Это плохо. Я направо вам тор везу уже. АГС, пацан. Извиняюсь своего там цепану. Так, мне бы БМП-3, а БМП-3 у меня есть, кстати. Беру БМП-3, чтобы поравнять всё. Первый не напрягает. У них дрон над нашим центром летает. Драгонс, покупай дрон на левом. Сейчас, да, давай. Дрон сбили. Скоро у тебя Урал на базе стоит. Отлично. Если он мне не нужен, если надо, могу отдать. Блин. Козлина. Вон вижу, свечу дану. Капец у них там этот, техники. Блять, еще вот этот говно кислипов. Слушай, я попробую с БМП-3 заровнять. Если что, у нас. Блять, меня слева наступает, Драгон. А, Фарватер, слышишь, я не успеваю, да, слушай, нет. Я сейчас буду БХ-3 заниматься. Займись вот этой штукой, я дал. Ой, штукой, что ты мне дал? Д-30. Ладно. Попробуй выбить этот шакал и еще что-то там. Хорошо. Пошли лесом они. А я БМП-3 попробую боксер выбить. Будет еще тут выделывать. Передай мне пушку, Санчес, ты мне только эту передал. Сейчас, да. У меня челленджер еще слева, блядь. Дымись, по тебе тур идет. Ну хотя ладно, от спайка бесполезно. Блядь, помогите мне слева, сука. Мне пехота нужна. Кто может пехоту дать? Могу тебе купить. Давай, трех. Санчес, там был всего один снаряд, спасибо. Я в тур пущу. А, он сам. Пушка работает по мне. Вижу. Спасибо. А шакал где-то там же все был. Блин. Меня напрягает боксер. Бог первый, его надо как-то выбить. МП2 минус. Так, я могу дрона запустить. Блин, да мы кончились. Надо сваливать. Не, надо бы в боксер выбивать, он мешает. Пехота нужна. Значит, тебе пробегают. Да, я вижу. Я не знаю, у меня пацаны спят. Спят. Драгон, могу дрон на левый кинуть, надо? А, да. Просто стоит и смотрит. Блин, надо боксер убрать, он очень сильно мешает. И его пока нечем достать. Сейчас попробую этот выбить. Ты про вот этого хрена резко? Да! Мне его нечем достать. А что, у нас танка нет хорошего? Танк есть, его над корнетом, у меня кого нет на корнет сейчас. И я могу, да, так я сделаю сейчас сам корнет. Во-первых, блин, мажешь. Опа, дана. Опять. Или это не дана, да. Блять, мне. Тяжелая. Мне въебали этим. Блин, надо его убивать. Фашка, скорее всего. Вон он переместился, видел? Он на мне весь отряд пехоты подходящий еще въебал. Давайте бэху отдам. Мне не нужна бэха. Не, на левом фланг, на левый фланг, бэху. Да не, мне пехота нужна, блять, у меня кого нет, он мне, сука. Вообще пиздец, всю пехоту вырезают, ёбаный в рот, нахуй. А я больше не могу тебе дать. Что? Я тебе не могу цел больше дать, я тебе дал одну. Да не надо ты. Сейчас нужен засвет на нее. Сейчас я пробегу. Жду задания. Лучше бы пыла пусти. А я пустил, уже они сбивают, у них ПВО стоит. Сталин еще с Тими, блядь, какие же мрази. ПВО стоит. Подожди, я пехоту немножко зачищу с холма, иначе она меня тоже светит. Блин, надо боксер убить, он на месте стоит. Давай по центру танками ударим. Не надо туда танком лезть. Я бардаком попробую проскочить туда. Нормально делать. Умеешь, Жарик, не лезть туда танком. Ты его потеряешь легко. Дельфин, я выбил себе боксер, Дельфин. Ой, хорошо, спасибо.
теперь хорошо. Я говорю, у них джавелины. Да, у них спайки. Не есть. Сука, иди ты нахуй. Против джавик ты ничего не сделаешь. Мне повезло. Слушай, надо уводиться. Или это с боксера был? О, спайк вижу. Все стоит, можешь уничтожить его сам. Не могу уничтожить, я там пиздец, блядь. О, не фронта стоит. Эй, разводи, срочно разводи! Там недострелом летит. Меч спрей слева будет. Гусь, уводи по тебе. Я тебя услышал, успокойся. О, кто вы? Я по БМП. Лучше проезд слева остановить. Я остановил. Димаш, я опустил... О, дельфин, я жакал тебе выбил. Я понял, там арта работает сейчас, короче. Пока не особо это. Не теряю сил. Вот я в этом проблему, я не могу не терять здесь. Фланг пиздец. Ну все, танку пизда, блядь. Я вот это не убью. Блин, накрыл меня. Что, он стоит? Да, на закутербачено. Спасибо. Блять, какая же жопа. Ёбаные гандоны. Два еблана. Ёбаный в рот, блядь. Уйдите сел, пожалуйста. Я не знаю, чем сейчас. На заставе. Ну его прорывает уже, все. У меня три игрока Дельфин. Играют, блядь. Дельфин, ты спокойно можешь помочь. Чем? Я спрашиваю. Техникой надо помогать. Дельфин, я перепишу. Я перепишу танк. Броней на надо. Жду задания. Я выбил БМ, выбил слева. Едет БВМ-ка. А слушай, это фигня мозга. Тридцаткой по башне. Гранаты кидаешь. Ладно, я сейчас отработаю сам. Тебе нахер не сдался. Беспилотник пополняю, увожу в тыл этот. Он не то. Я вижу, там тебе пехота миллион. Я закрыл гаубицу, да. Санчес. У меня чпок нет. Тут трактор. Тебя сейчас выебут, сейчас, понимаешь, там до хрена тур. Пехота с гранатой. То есть зачем едет здесь с трактором висеть? Экс, понятно. Жду задания. Хорошо, чтобы меня не врезался на него. О, это... вижу. Сейчас по нему как 52 ракету пустит. Тут челленджер добивает. Не попал. По нам работает тяжелая арта справа. Да. Слева. И справа. Не надо на челленджер, не надо бы. Я не... Сука, арта слева все накрывает. Блин, у меня, короче, поломан. Так. Боксер отлетел. Все. Не полностью, но подбивается. Блин, блок первый, конечно, это печать. Что? Ты видишь, что происходит слева, у тебя так сыпь просто без дела. Не стреляй ломами по технике, не стреляй ломами никогда по легкой технике, блять. Фугасы, у тебя фугасы есть. У нас справа тут давить начинает. Я дешевую пехоту взял. Блин. Пошла. Санчес, ты надавить? Второй слева. Что? Ну, пофиг на БМПТР-80, там танк. Да, Дана вот здесь. Дану кит-флипа передали. Минус, бля, хорошо. У нас левый фланг полностью посыпался. Полностью. Я не могу помогать теперь правому вообще никак. Ну. А кто слева играет? Правый, давите! У меня играет 4 игрока слева. Вот. У тебя весь ответ. Агатцы у меня въебали слава. Я бы сейчас попытаюсь побежать. Что? Ожидаем что сервер! А, охуенно. Ну, Дельфин, это, видимо, ты вылетел. Я не вылетел, у меня пока игра идет. Ну, значит, вылетел. А, нет. Все нормально, нет. Просто паузу поставьте, провагаться. Кто у нас хост? Гусь? Я уже поставил паузу давно. Я Т-80 взял, сейчас помогу на левом фланге и Бэху вторую. Пехоту туда берите. Это говноед, не кончается. Выполняем!
я работаю, не могу попасть. Блин. Меня справа давит, я не могу сейчас полностью на этот фланг. Дай мне тогда по третий просто играть. Так у меня у самого блок первый, алло. Мне его тоже чем-то надо выбивать. У меня куча пехоты побежала. Стреляю по Виталию, она косит, не знаю, кто стреляет по боеприпасам, кто пытается первым. Не, это надо уничтожать, а иначе. Микрофон. Дана вот здесь стоит. Пофиг мне сейчас этого Дана, у меня лево бьет крутой. Дрон пролетает слева, ну пиздец. А почему он пропадает из-за света, блядь, когда я на него смотрю? Что за дебилизм? Пошли игроков. Жду за... Я сейчас дрон запущу. Так, у нас тут подсели немножко. Правильно, мы подсели, у нас левый... Блин, по нам арта работает. Я возвращаю. Блин, у нас Дана стоит, и кит-флипперу её отдали. Жду задание. Кит-флипперу. Я еще раз говорю, по мне накидывают сейчас кассетами. Падла. Блин, там какой-то танк идет. 2-7. Замечательно. Я не вижу его, где он. А, Санчес, короче, нет. 2-7 я вижу, да, он по мне работает. Какой же, сука, советское говно. Да, блин, иди ты лесом! По мне тяжелая арта. Я не могу по нему попасть. Я в курсе, что по тебе тяжелая арта, я ее пытаюсь попасть, но попадаю по ней. Столько выстрелов сделал, ни разу не попал. Подлюка, ну это лимит. Линяй, блин, от меня! Да отлиняй, да, блядь, я сказал, блядь. Иди ты нахуй, блядь. Без арты слабо. Ты шутишь, ты мне попадаешь, блин, долбанной пушкой с вариора, блин. С вариора он мне попадает, ломает пушку. У них ПЗХ появилась, пожалуйста, дроны от вас требуются. Я кидал дроны слева. Я кидал, у меня сбивается. Ну, заспамливайте их дроны. Дроны заспамливают. Они говорят, что кидал. Не пофиг, чего там кидают. Выполняю. Да, накидывают прям жестко. Че, меня в каменный век будет марчить? Блин, ну как это? Что шутакал? Меня бесит другой. Мне арта не дает сейчас. Причем нормально накидывают. Я сейчас танк попробую, но он, видишь, он там на промежутке вылазит. Я пока подъезжаю, он уже уехал. Еще я арта по мне долбит. А, понятно, БМП-3 мне закокали. Блин, ну тут еще и пума. Все, вот он тебе на левом фланге Урал стоит. Правый фланг, может кто-нибудь чуть-чуть помочь сейчас на центре? Потому что у нас у самих все не очень хорошо. У вас лучше, чем у нас, явно. Ну это так кажется. До пары до времени. Санчес, ты 3 единицы техники. Да, слева ты 8 стоит. Не двигается тоже. Вот по нему бьют, кстати, да. Будет исполнено. Не, я все, конечно, понимаю, но если меня сейчас... Я почти отбил левый фланг, мне кажется. Это здорово. У тебя в амбарах там пехота бегает. Я вижу, да. Джавелинчик, кстати. Акация, можно акацию? Жду задания. Давайте я до 30 тогда отдам. Не надо мне до 30, мне ПСХ надо. Жду задания. До 30 предлагаешь. Пусть у вас все стоит. Слева два боксера. Да. Слушай, я сюда пехотки а тоже подкину. Кинь бы положила, кинь. 380 выбить. Подожди, мне фугасы, надо... Фугасы, заряди фугасы. Пополнить, фугасы, у меня там пехотинца даже выбили. Блин. Готов. Блин, ну это сейчас, просто... Сейчас, ёбну. Их очень... Бей поближе, я по дальнему буду тогда бить. Окей. Фугасы, фугасы. Там давай. Просто накидывает по полной. Блять.
ты боту прикажи. Жду задание. Там этот джевелин идет, дымись, дымись, дымись. Назаров. Идет джевелин идет. Жестко. Мне даже кому не дают за сюда к промежутку не дают подойти даже. Санчес, ты не один так. Братан, спешивайся. Блин, как спешился, много. Спешился. Их просто куча арта. У них по центральному флангу коняет арта. Я ее не могу просто увидеть. Ну я кинул радар, но я не могу ничего больше. Радар, это у нас или их не жужжит? Жду за вас жужжит. Ну, короче, чей-то жужжит наш. Так, я послал туда этот. Так, я тут дырки закрою. Еще сюда. Блин, пума еще. Санчес, постарайся засветить Дану, я буду работать кассетками по ней. Так, леопард получил. Притом надо эти боксеры просто крикнуть, ну это жопа, я заебался. О, леопард отлетел. Да, не дает ничего. Им надо было цену не менять нахуй, это просто бред. Они спамят просто как говно. Тупоеба. ВМП они не покаили. Техника бесполезна абсолютно за 75 тысяч. Боксер за 80 тысяч. Еще джевелин. Держитесь, мне туда не зарядить. Самое обидное. Блин, сколько у них говна тут на центре. Меня это начинает уже вымораживать. Если что, в реке всех убили, я не гарантирую, что не проход. А можно было раньше об этом сказать? Не, меня арта, только короче, сейчас убили было. Последнего. Санчес, я Дану повредил. Или так сказал. Да. Пока. Это отлично, ну там боксер. Правый фланг. Еще два фланга нужно. Я не могу. Просто не могу. Мне пехота нужна. Санчес. Да. Вам вопрос. Бери вот это быстрее, там челленджер стоит, ну быстрее, пожалуйста, стрельни, ну без всего чего. Анчи, скиньте пехов, просто у меня нет пехоты лишней. Меня дай тебе кинуть пехов. Куда кину? Куда в реку. В реку пару пехов, чтобы не проползли, говорю же. Чудан, меня плохо этот. Пиздец, какая же тут... сука, блядина. Мне к Дану акацию законтробатили. Починить нельзя? Нельзя. Блин, гусь, они гусь, смотри, внимание, гусь. Выпили, все, надо добить Дану, которая не добитая. Добью позже, у меня лево цели активны. Которые могут стрелять. Они стреляют. Сейчас Бэф убьет. Уводи влево, Бэф. Влево, влево. Так, у них нет, там есть. А что мне здесь выбило бережок? Просто что? Возможно, дивер. Но она не тянется до сюда. Должна дотягиваться. Так, я Василек беру. Хоть что-то, потому что... Да ё-моё, опять букс. И корнет. Сука, тупые деревья. Спамьте дронами, пожалуйста. Да спамим. Жду задание. Спамить, это значит запускать по два дрона мини. Блять, по мне. Экзактор слева. Противник по левому боту. Пожалуйста, Тор, выстрели, блять. Стреляют. Я уехал от него, блядь. Скажи Тору стрелять слева, пожалуйста, окей? Что экзактор? Отлично, убил наконец. Да, говно. Все, коронет слева. Есть чем боксер достать. На центре который? Нет, справа. Блять, Тору слева жопа нахуй. Сейчас боксер выбью, вижу боксер. Сейчас я. Бля, ну я не успеваю. Подлагивайтесь. Сейчас можешь подсветить боксер? Боксер, подсвети. Могу.
Попал, кажется, нет? Ты нафига? Надо фугасом работать, Санчес, ты чё? Да, у меня закончили фугас. Подожди, я с этого его... Чё нам теперь делать, Сэйо? У нас просто ПЗХ в ней. Я знаю то, что у вас ПЗХ в ней, прикинь. Но я её не вижу. Кстати, Бук сейчас ещё убил. Эй, уходи, 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 отдыми. ПЗХ мне найти. Ладно, он отработал свои. Он вообще с линии фронта бьёт. Да блин, то есть справа надо Дану добить, она стоит просто. Бьет, слышь, Дану Владимир. Надо добить, они ее починят, она нас опять дебасит будет. Так, я бы МП-3, наверное, возьму. Может, Корнет не будет в самом конце отводиться, он уже дыметки дал. Что за блин? Ну это просто дичь вот полная. Жду подожди, задание. Тут визит, я не знаю, у меня типы тупят, слышь, подожди. Я попробую, хотя нет, я сначала попробую. Блин, слушай, не знаю, попал он, пережил попадание. Ой, и хорошо, нет. Хоть челленджер так галлюч. У меня БМП-3 не успевает, и Корнет. Он сгорел. Корнет, ну давай. Блин, два попадания пережил, два. И Корнет мажет, отлично. ЗК уничтожено. Ой, хорошо, сейчас. Добей, пожалуйста, справа Дану, пока я не починили. Дану, добей, пожалуйста. Блять, не сбил! Убивай, уходи, уходи, вперед, вперед, вперед! Беспилотника не будет, ребят, мне раскромсали установку. Зато у них есть. У нас ПВО есть хотя бы? Опять боксеры. У вас ПВО ПЗХ законтрило, либо Дану. На вашу направление. Это проезд был. А, это проезд был, ну, тогда сам виноват. Я сейчас попробую боксер выбить. Потому что мне не дает жизнь. Спускайте дрон. Я ебал эти. Да, я не могу, у меня очков нету, а то, что была установка, ее выбили. Я пустил дрон только что, мне его сбили. Сейчас запущу. Это не в танках жил. Блять. Я боксеры заебали, блять. Блин, у меня Корнет в этот момент пустой. Ну как это работает? Надо юб последнюю акацию кому-нибудь потерять, у нас больше не будет акации. Мне не надо, у меня Дана слева работает. Жду задания. Боксер над накрытием, я птур пустой. А, правый фланг, фарватер забирай ее, потеряешь ее. А дрон сейчас, дрон запущу станцию, у кого-то есть, станция есть, станция есть. Все, у кого-то. Есть станция. Санчес, у меня станция стоит. Есть. Последние очки, отлично, ребят, слушайте, держитесь до конца, блять, вообще просто. Жду задания. Никто не идем, просто держимся. А, так, боксер я могу только БТРом выбить или Корнета, а Корнетом я его не достану. А, мне законтрили с МЛРС. Давайте Дану верну, чтобы хоть ты чем-то работал. Не о, Дану, акацию. Акацию, давай. Да. Чё мы так резко просели, пачка? Точка. Нас справа чуть начинает пушить. Санчес, у меня терминатор приехал. Блин, ну мне нечем сейчас пока давить. Бля, там танк, я ему... А, это уже новый танк. Тот-то отлетел. Тебе это должно понравиться, сука! Санч, чем помочь? Бля, да боксер надо выбить, он зачищает тебе переход и бежит вперед. Боксер, у меня у самого проблема. Гусь, можешь приехать акации направо, там радар, вот на метке. Я вижу на акации. Передвигайте стационарные метки, у вас стоит этот МЛРС. Ну меня зажёвывают. Не стреляй этой, стреляй по боксеру. Слышь, если ты стреляешь по боксеру на 90-ке, ты стреляй этим, фугасом. А, ты танк? Жду задание. Танк, да, ломом. Я просто не убил. Бля, пиздец, мне боеприпасы кокнули, пехоту. Бля, ну пиздец, какая-то хуйня творится. Блин, МЛРС по БМП-3, падл. Пацаны, я по очкам кончился, надо боксера убирать, вопросы не успеваю. Мне тоже чем-то надо убирать бокс. Он стоит, я не знаю, мне его не достать, а БМП-3, которая и убивает. Не знаю, мне он легко. Сданы. Тебя выбьют сейчас. Да, я кусал. Гусь, у тебя хоть что-то и будет? А, визель можно починить.
есть хоть пехотинцы? Нет, у меня и пехотинцы даже больше. Жду задания. Танчес, у нас тылу летает. А вот дрон летает. Мне выбили стрелу только что. Ну если я сейчас возьму расчет стрелы, у меня не будет отряда пехота. Ты меня слышишь? Можешь, пожалуйста, меня услышать? Экзактор слева, экзактор слева, экзактор слева. Двигай танк, быстрее вперед едь, просто вперед едь, просто вперед едь. Ну не назад, нахрена тебе задний ход на этом говнище, нахер. Тебя нету заднего хода. Бесишь. Как не попадает? Чуваку помочь пытаюсь. Попадает. Боксер, конечно, кушает по полной. Так, у меня две ракеты осталось. Так, я вижу. Санчес, у меня есть очки, что тебе купить, Санчес? Очки мне не нужны, выбей просто этот АГСник. Да. Он не дает мне, понимаешь, вообще подойти. Санчес, говорю, я не смогу, я спрашиваю, что тебе купить? Захвати этот беспилотник, тут еще один есть, и станция сзади. У меня пехоты нету лишней, вон она набегает. Блин. Слушай, ну, у меня арта выбивает. Слушай, все, а как тебя достали? У нас что, диверсант, что ли? МЛРСом работали. А что там было? Там еще и боксер МЛРС был один. А, офигенно. Ну, этого много тут. Всего. Жду задание. Не знаю, меня сейчас сожрут, ребята, потому что боксер и Дана. Дана работает. У меня тоже боксер и Дана. А еще вражеский летает дрон, что? Да, пиздец. Нет. Короче, это слив. Да. Пусть, а у тебя совсем ничего нет? Жду задания. Есть у меня арта. Правда, она. Просто я не знаю, ты бы сейчас лучше бы одно зачистил бы, да? Потом бы на второе пошел. Как бы если здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, но это как бы нигде не поможет. Надо просто, чтобы вы без конца спамили дронами, убивали им, так скажем. Вот я свечу справа. Ну вот, фарватор может пустить, я ему отдал. У них экзактор справа, выбей экзактор, выбей экзактор. Ну задание. Сейчас я пополняю скорость. У них он слева, блядь. Второй, четвертый, прячешься, сука! Вылезай, еще отвешу! Я пустил дрон. Второй, четвертый, перенеси огонь! А, блядь, заебись, блядь, без света. Блин, ну, блядь, когда смотришь прямо на него, ему вообще... На пол. Да, игра, блядь. Блин, я не знаю, чем... дерьмище играть, я не знаю, чем мне отбиваться, я, потому я что бокса ничего не дает делать. Жду задания. Пума! Хрен знает, что делать. Там еще флиппер сидит. А, тут еще опять боксер приехал, понимаю. Попытайся удержать за свете боксера. Да я по нему кинул уже. Да блин, ну что за говно, ну что с корнетом? Так, еще один беспилотник. Меня это прям бесит уже, это уже третий корнет, который просто попадает непонятно во что. Я боксер тебе закрыл. Так, у нас я беспилотник рад. Летит, надо... Я в следующем этим беру расчет по зверху. Враган слева беспилотник взял, слышишь? Я опустил... Я МЛРС там светится. Танк стоит. У них дивер, короче, в тылу, я не знаю. Так, я скорее всего, сейчас у реки. Да, на Сталина, прям на линии фронта. Леопард 2-4, ёпты, уже нахуй. Уже у Украины забрали технику, что вы. Жду задания. И мне прилетает по акации, ну это бред просто. У них дивер, скорее всего, в тюрьме. Жду задания. Не важно, нет, есть... мне ста... А, слева а, дрон. А, бля, заебись, он мне птур сломал. Нет, у меня вот здесь вот что-то выбили, причем это не светилось. Нет, тут не дивер, слева меня дрон засветил. Нет, дрон был, еще его не было, он только что появился. Ты понимаешь, мне достаточно один раз выстрелить, чтобы этот дрон меня запалил стрелком. Не, у них слева дохуище. Жду задания. Ну вот дрон висит.
последнюю акацию мы убили, разве что убили эти. Ну я не знаю, что делать, честно говоря, у меня тоже ничего нет. Я хз, он вон боксером выехал, он меня раскромсал этот. И мне его не закончит, у меня одна пехота. У меня пехота-то тут. У тебя хотя бы пехота есть, значит. Так понимаешь, он ее сейчас зачистит за буквально полторы минуты. Просто дистанционным подрывом, выехав на пушку, просто на шары. Надо, я говорю, боксеру цену выезжать. Слишком дешево. Не, так понимаешь, ну, ты не понял цел. Понимаешь, средства, которые выбивали им технику, они убили артой. Артой или прочим. А потом мы остались с пехотой, но без техники. А они с техникой и с пехотой. У меня корнет наконец-таки на дыбы встал. Наконец-то, блядь. Пол игры ждал этого. Слава богу. Что ты боксер убил? Да блин, а можно перестань торта просто по всему лупить, что видишь? Нет, нельзя. Меня это очень сильно напрягает. Там, короче, у нас дивер в тылу, скорее всего. Противник впереди. Тут даже дивер, не дивер. Да не, если бы был дивер, они бы не грузовик убили. Грузовик. А через левого регулярно прилетают дроны, вы захищаете туда. Я про право говорю. А право, скорее всего, радар стоит. Может быть. Слева, блядь, 4 дрона. А, да, радар стоял, я же просил тебя выбить, ты его не убил. Ну, я не смотрю. Ну, вон говно едет, я не знаю, чем он мазит. Да, она стоит очень близко. Прям по корнету. Еще ему ВРС. Так, эту хуйню выбил, но там боксер остался. Ну не, жду задания. Где-то стоит радар. Ну его нечем выбирать. Блин, серьезно, он живой после этого? Да я не выбирать. Я не знаю. У меня визель есть, но я не знаю, такое, конечно. Да, блёпик попал в корнет. Минус мой корнет, все, на. Один выстрел. Прикинь, блёпик попал в корнет, блёпик жив. Жду задания. Прикройте меня! Жду задание. Так, чини. А чё, вот это нет, уже вот этот огненный вал не встал. А вот, чини! Да я не тебе, я пехотинцу своему говорил. Чё, не успел, всё. Не, драгон ГГ, всё. Да, это ГГ, потому что я не знаю, чем тут бороться. Ну, позыхай, попытаюсь закупать. Он этот там просто с боксером встал, ему ни ответку, ничего не дать. Вот если я сейчас видишь, у меня два игрока. У меня нету ни ПТУРов, ни РПГ. Любая техника сейчас проедет. У меня все кончилось. Конкурс у меня последний. Ой, вернее, корнет убили. Больше ничего нет. Я тебе могу отправить в ПТУР. Да дело не в этом. В ПТУР ты можешь отправить, его выбьют, там арта стоит. Она накидывает просто в поле. На тупого. Ну да. Да, что-то у меня на этой игре не зашло. Да нет, тут... Давай как шахид ему в глазницу, ну давай мехвод, ёбаный в рот. Давай через мехвода. Блин, я не знаю, что с боксерами. Надо все-таки давать нормальную цену корнету, потому что корнеты — это единственное нормальное средство, адекватное с такой техникой. Все, у меня сейчас пехоту вырежут, у меня ее останавливать нечем, если что. Черт, я не хочу тут сдохнуть! Центра больше не будет. Сейчас мы попробуем с фарватером тут немножко пробуем, но у них техника есть, конечно. Да дело не в этом, мне сейчас пехоту зачистят, у меня нету гранатомета вообще. Минус экзактор. Ребят, по центру сейчас будет проезд. Ну задание. Тормозить вообще нечем. То есть у меня ни одного гранатомета даже нет. Ты про вот это? А, я про вот это. У меня тоже ни одного гранатомета нет. Это нормально, я его подобью и сейчас поеду. Так убивай сейчас. Хорош попало. Нормально так зарядил. Я, конечно, тащу ПТУР, но у меня, пока ПТУР придет, еще время пройдет. Жду задания. Я же могу позицию менять, когда стрельнул или нет? Нет, когда стрельнул. А, блядь, я понял. Все, центр зачистили. До слева,
А нет, тут ГГ надо писать, это бесполезно. Мы не вытянем. Я арта по одному пеху уже стреляю. Так, а теперь, Никора, скажи, сколько у тебя очков? 200. Бэби смог. Я не знаю, как посмотреть. Справу. Ну. А, 379. Покупай пехоту-то или все такое. Это уже не спасет, конечно. Тут леопард на гуслях. На гуслях леопард. И, возможно, двигаешь. На двигатель. Не, у нас левый фланг упал полностью. Не, ну, я скажу одно, что это хотя... И тут меня арта выбило в большей степени. У меня отряд просто... пехоты был, ну, такое. Что, еще? Смотри, надо им банат. Короче...